Иисус в Гефсимании сказал такие слова Господу, когда ему было очень тяжело. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И вы знаете, тем самым он этим возгласом пришел к тому, что ему нужно взойти на Голгофский крест, потому что воля Божия была ему умереть за всех нас. И мы в наших немощах можем послужить Богу, дорогие братья и сестры, и хотя бы просто молитвы за себя, за наше спасение, за спасение наших родных, за спасение наших близких, наших друзей, окружающих, за нашу страну, за спасение всех нас. И превратив вот эти наши немощи в таланты, умножить их для Господа.